Жена попросила мужа искупать новорожденного ребенка и ушла по делам. Возвращается и видит, что он держит ребенка за уши и болтает его в ванной. Ты что, блин, делаешь? Ты же ему уши оторвешь. Да какие уши? Мне бы руки не обжечь. Бордель. Мужик заходит в комнату к проститутке. Она ему с порога. Пакет надо? Что? Пакет брать будете? Зачем? Я очень страшно. Ой, и правда. Знаете, я лучше пойду. Галя, отмена! Идет мужик по лесу. Вдруг старушка. Говорит она мужику. Я волшебница. Исполню любые твои три желания, если ты доставишь мне удовольствие. Ну, мужик рад стараться. На утро старушка спрашивает добромолодца. Тебе сколько лет, сынок? Тот отвечает. 30. Такой большой, а в сказки веришь. Сын говорит маме. Мам, знакомься с моей девушкой. Это надувная кукла. Ее зовут Лора. Да, сложно что ли было найти кого-то получше? Ну ты же знаешь, я стеснительный. Я сейчас с Лорой разговариваю. Приходит Вовочка домой, а там ванна полная сгущенки. Но он ее начал есть. Доел до дна, а там девочка. Девочка, что ты тут делаешь? Прыщи выдавливаю. Пришли два брата в военкомат на медкомиссию. Медсестра, надев перчатки, щупает их за хозяйство и говорит. Вы, наверное, хотите, чтобы я сказала, что вы негодны? Мы всего лишь хотим, чтобы вы не выпускали наше хозяйство из рук.